Как заставить себя быть активным, найти время на общественно полезные дела, да еще и добиться определенного резонанса? Наверное, каждый из нас задавался таким вопросом. Получить на него ответ можно было у Дмитрия Чугунова. Известный общественник и инициатор многих интересных проектов два дня находится в Чебоксарах. В конференц-зале Чебоксарского электромеханического колледжа собрались активисты СУЗов и вузов столицы Чувашии. Ребята приехали на мастер-класс Дмитрия Чугунова. У руководителя движения «Стопхам» есть действенный метод мотивации, которым он делится с участниками встречи. В 2010 году Дмитрий решил стать народным комиссаром и самостоятельно следить за выполнением правил дорожного движения в Москве. Начинать было непросто, зато сегодня знаменитую на всю страну наклейку узнают повсюду. Сейчас он занимается общественной деятельностью, ездит по городам России, встречается с инициативными молодыми людьми. Я могу замотивировать ребят и, по крайней мере, заставить их чуть-чуть задуматься и посмотреть на существующие проблемы под другим углом, под другим соусом. Моя задача – заставить ребят подумать, что они от этого возьмут для себя, будет зависеть от массы факторов. Насколько они готовы воспринимать информацию, насколько им эта информация нужна на самом деле. Много работать, идти к намеченной цели и постоянно развиваться – это было сложно во все времена. Сегодня у нас есть интернет, социальные сети, различные онлайн-курсы и огромное количество людей, самостоятельно строящих свою судьбу и видящих свое предназначение в этом мире. Но, с другой стороны, все большую численность набирают диванные войска. Так Дмитрий называет заядлых комментаторов, которые все про все знают, а в реальности достигли только статуса гуру на форуме. На самом деле, быть успешным и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты просто. Главное – начать. Каждый из вас, здесь сидящих, абсолютно любой из вас, способен достичь любой цели. Ваша цель и ваша способность сейчас ограничиваются только возможностями вашей фантазии. Екатерина Куприна, Сергей Рябчиков, Республика.